Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Без этой вещи не может обойтись ни один хозяин лающего друга. Именно она может спасти в критической ситуации жизнь питомцу. В этом выпуске мы поговорим с вами об аптечке первой помощи для собак, а вернее об элементах, которые в обязательном порядке должны в ней быть. Аптечка первой помощи для собаки должна быть у каждого хозяина лающего питомца. Чтобы болезнь животного не застала врасплох, аптечку лучше собрать еще до появления собаки в доме. Что в обязательном порядке должно быть в аптечке первой помощи для лающих? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 8 обязательных элементов, без которых не обойдется ни одна аптечка первой помощи для собак. Градусник должен быть в аптечке каждого лающего друга. Наиболее удобными в использовании являются электронные градусники. Помните о том, что нормальная температура тела у собак обычно колеблется от 37,5 до 39 градусов. В аптечке собаки обязательно должны быть препараты для обеззараживания ран и обработки слизистых животного. В качестве таких антисептиков подойдут специальные средства из ветеринарной аптеки. Еще один обязательный элемент аптечки лающего друга – жаропонижающее средство. Перед покупкой такого лекарства обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Он поможет подобрать подходящее именно вашей собаке жаропонижающее. Собирая аптечку для собаки, нельзя забывать и про обезболивающее. Только помните, что человеческие лекарства лающим в большинстве своем не подходят. Поэтому лучше покупать специальные средства для собак в ветеринарной аптеке. В аптечке лающего друга обязательно должны быть средства от расстройств желудочно-кишечного тракта. Также важно всегда иметь под рукой лекарство, которое можно дать собаке при отравлении, и средство, которое можно использовать в качестве рвотного. Еще один обязательный пункт аптечки для собак – средства от аллергии. Даже если ваша собака никогда не страдала аллергией, лучше иметь специальное лекарство на всякий случай. Иногда именно прием лекарства в первые часы появления аллергии спасает питомца от осложнений в будущем. В аптечке лающего друга обязательно должны быть инструменты, которые могут пригодиться в самых разных ситуациях. Это такие предметы, как клещесниматель, жгут, шприцы, клизма, ножницы, пинцет, таблетка-даватель и защитный воротник. Также в аптечку лающего друга нужно положить бинт и различную бумажную продукцию, такую как салфетки, ватные диски и ватные палочки. Таковы обязательные элементы аптечки первой помощи для собак. Проверьте свою аптечку на их наличие. И помните, что здоровье лающего друга в большинстве случаев зависит от правильного ухода и заботы со стороны его владельца. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!